Прям рядом, слышно было. Вот у меня, кстати, есть его депутат. Вот написано. 22 числа пришла аварийная ситуация на этом участке. О чем мы вас не уведомили? О чем мы вас не уведомили? Вы какое-то управление обязаны обеспечить. Вы нарушили сроки. Нет, по закону. Подождите, подождите. Но это же не повод. Но это аварийная ситуация. Мы не могли. Я понимаю. Но представьте, в чем теперь проблема? Проблема в том, что по сути дела сейчас вы. Извините. Можно не перебивать? Разбираемся. Извините, вот вы представляете, я так понимаю, юридический отдел администрации, да? Ваша фамилия. Хорошо. Алиса Степановна, вот смотрите, то есть что получается? Получается, что накануне демонстрации, когда люди собираются, вы фактически предупреждаете, что ведутся ремонтные работы. Ремонтные работы – это вообще не основание отказать людям в проведении мероприятия. 24-го, 26-го демонстрации. А 24-го пятницы ситуация произошла вот тут. Хорошо, это что, повод отменить мероприятие? Это повод, это повод. Мы в законе это прописано. Самоуправление имеем право, да, рекомендовать. То есть вы практически сейчас нарушаете 54-й ПЗ. Вы нарушаете. То есть фактически сейчас господин Рулев, начальник центрального округа, превысил свои полномочия. И это повод вообще-то обратиться к прокурору города. Мы не могли умолчать, о том, что на данном участке пришла аварийная ситуация. Хорошо, это ваше право. Но почему вы теперь мешаете людям провести демонстрацию? Не в этом, скажем, месте, а в другом. Рядом. Вы сдвигаетесь, в чем проблема? То есть, знаете, вы сами нарушаете 54-й ФЗ. Мы не мешаем ремонтным работам. В чем проблема нам сдвинуться и идти дальше? Какие проблемы? Вот смотрите, как в законе прописано, что мы как орган местного самоуправления должны взаимодействовать. Вы забрали мое письменное предупреждение и привез. Ушли. Все. Я вам привез вы ответ. Вы ушли со словами, мне наплевать. Я не говорю наплевать, не надо вы брать. Вы так и говорили. У меня присутствовал в нашем разговоре специалист, который я не вру. Приедь. Вы забрали мое письмо и ушли. Вы не говорю, что мне плевать. Вы не захотели с нами договориться, найти какой-то консенсус. Вы не я приехал, приехал через час-полтора. Ну, я дал вам ответ. Все. А вы на него не ответили. Поэтому из-за этого нету приказа. Сейчас вы препятствуете нам проведению. Что нам мешает? Мы будем проводить его дальше от строительных ремонтных работ. У меня приказ. Есть официальное письмо, что данный участок дороги находится сейчас в ремонте. Мы не мешаем ремонту. Мы сдвигаемся и идем. В чем проблема? Знаю. Они могут сейчас выкопать. Я не могу, понимаете? Вы нет. На данном участке планируется устранение аварийной ситуации. Это вас все видно. Я не несу, я разговариваю. Вы выбирайте выражение. Я нормально с вами разговариваю. Нет, вы ненормально разговариваете. Нехорошая девушка. Сейчас, когда люди собрались на демонстрацию, причем на демонстрацию, на которую поступил соответствующий документ, подписанный господином Рулевым, вы фактически создаете взрыв в городе, социально опасную ситуацию. Потому что люди и так напряжены из-за антинародных законов. Из-за того, что сейчас принимается законопроект о повышении. И вы вместо того, чтобы эту ситуацию нормально решить, а что вы делаете? Вот что вы сейчас делаете? Вот она говорит. Давайте как-то по одному. Вы что накинулись-то? Как-то по одному. Давайте будем обещать. Мы обеспечиваем. Понятно. Публичное мероприятие. Приказ не поступал. Почему не поступал? Потому что администрация центрального округа превысила свои полномочия. Это вы можете с этим теперь будет разбираться прокурор и господином Рулевым. Сейчас, ладно, смотрите, обязанность полиции в чем? Вадим, вот сотрудник полиции. У вас есть письменное запрещение мероприятия? А сейчас такого документа не существует в природе. Запрещение. Ну почему? Так вам не поступало, это не наши проблемы, ваши с администрацией. Нет, подождите.
Организация публичного мероприятия – это взаимоотношения организаторов и органов местного самоуправления. Но никак не полиция. Полиция действует на основании закона о полиции. Понимаете? При проведении публичного документа, сигнал воды не поступал. Вот он. Приказ администрации? Нет. Нет его приказа. Вы понимаете? Соответственно. Дайте мне сказать. Я вчера был не совершенно на приеме. А по тротуару не знаю. Когда шарохи на базаре. Здесь ментов больше, чем нас. И мы не хуй дали. Без выхода на Карелию. Правильно я понимаю? Чего вы? Ну типа небольшие, мы сейчас резвые. 5 секунд. Организаторы и администрация пускай решают этот вопрос. А что они будут решать? Вот она костыляк. Да блин, и там скажу то, что я сказал. Двигайся к месту митинга. Организатор мероприятия. Кто организатор? Я организатор. Давайте, ладно, давайте. Давай это, слушай, не провоцируй. Решайте с администрацией. Вам я понял. Вы организатор данного мероприятия. Мы по дороге не пойдем, пойдем по пешеходной дороге. Вы можете здесь к кому-то прийти. Это никакого не помогает. Просто именно правила дорожного. Если мы пойдем по тротуару, мы не будем нарушать. Вы согласуетесь с этой администрацией? Нет. Не без выхода. Без соображения, мы уже не нарушаем. Еще раз говорю. Ваше право обжаловать действия администрации. Все слышали, все молчат, говорят только организаторы. Я говорю, я организатор. Нет, отойдите отсюда. Я вас попрошу, пойдете отсюда. Не буду я вторым говорить. Вы с организатором решите. Нет, пошли. Все, давай. Нет, подождите. Организатор публичного мероприятия. Я тоже была организатором, но тоже не разрешали. Нет, подождите. Вот организатор. Лен, сейчас мы решим. Вот организатор. Люди пройдут по пешеходной части. Зачем? Вот сейчас, в принципе, да. Нарушение ПДД не будет. Создавать действительно взрывоопасную ситуацию. А что вы на меня смотрите? Это я не подписываю или рулю? Не, по пешеходной организации. Вы не хотите? Мне уже поделили, где-то не делали, это ваше право. Нарушали. Право, ребята. Тогда мы без проблем идем по такому. И все, нарушали. Это ваше право, если вы можете. Это ваше право. Это называется согласие. Знаете, вот это называется ваше право. Не понаслышке, а на собственном опыте убедился, что Минтула, прокуратура. Ну, успокойтесь. Я не Давайте мы сначала попросим, чтобы вы не решаете, что вы не решаете. Я не могу. Хорошо, я сама.